правительственном квартале сегодня решалась судьба важнейших реформ евроинтеграции и отдельных нардепов. Так что территория в несколько сотен метров оказалась и зоной политических конфликтов, и депутатским рингом, и площадкой для рукопожатий. Все требовали от Киева преобразований. Но для начала пестрая картинка сегодняшнего дня в нескольких кадрах. И в Раде, и возле Рады у каждого свой перформанс. Радикалы палят дымовые шашки и швыряют яйца в нардепов. Медики ходят с кровавой фигурой, как символом реформированной медицины. Педагоги машут транспарантами, требуя отмены реформы образовательной. Депутаты сходятся в рукопашной и блокируют трибуну. А буквально в сотнях метров европейские топ-чиновники торжественно вручают топ-чиновникам украинским заветное соглашение об ассоциации с ЕС. В знак того, что Киев прошел испытание. Но с оговоркой, что Брюссель по-прежнему ждет перемен.